каждый в новогоднюю ночь загадывает какое-то желание. Я это делаю всегда. Когда я загадываю желание, я стараюсь, чтобы на протяжении года идти к этой цели и стремиться, чтобы это желание мое исполнилось. Этот год для всех был очень тяжелый, а следующий год будет для нас очень важным, потому что будут проходить Олимпийские игры, и мы все к ним готовимся. Мы ждем с нетерпением этих соревнований, чтобы показать то, на что мы способны. Обязательно будет играть гимн Узбекистана, мы будем стоять на пьедестале, и все будут радоваться за нас. Поэтому занимайтесь спортом, будьте здоровы, и я вас всех поздравляю с Новым годом!